Ну что ж, ребят, всем привет, и как вы понимаете, это челлендж от вас. И сегодня будет челлендж от этого человека. Он говорит, чтобы я прошел погоню за совершенством на обычном уровне сложности. И да, хотел бы вас попросить больше не задавать подобные челленджи, ведь это то же самое, если бы кто-то задал челлендж пройти Soul Knight. А выбрал я его лишь только потому, что никогда не играл в погоню за совершенством. Ладно, погнали. Ну что ж, ребят, всем привет. Я буду проходить за такого персонажа, как Принца в костюме, ведь у него очень имбовый ульта, которая поможет мне очень просто всех одолеть. Да, охота за совершенством. Гляньте, портал еще поменялся. Классно. О, ребяточки, вот я и тут. Раньше я, честно говоря, думал, что это какое-то событие, что игра меняется. Ну, ребяточки, погнали. Кристаллический краб-гигант. Неприятный босс, однако. Давайте тогда убьем его. На самом деле, достаточно что-то просто убивать с первого босса. Так, о, по-моему... Ай-яй-яй-яй, нет. Тварь, он отхилился. Надо его быстрее как-то валить. Так, сейчас он должен хилиться. Так, все, он не хилится. Давайте... А, нет, сейчас он хилится. Все, я не трогаю. И вот тут мы его бьем. Он все же снес мне броню основную. Это моя ульта. Ну все, мы убили первого босса. Лутаем сундук. О, увеличение скорости стрельбы оружия. Это очень полезный бонус под мою ульту. Король снеговиков. Не, Hello World. Жаль. Ну, на самом деле, как думаете, это будет простой забег или нет? Потому что боссы, конечно, легко отлетают от принца в костюме. Не зря я решил его выбрать. Все же, потому что он мне показался самым лучшим в этот режим. Эй, блин, если пройду еще это... Как его там звать? Достижение получу. Классно будет. Так, ну, король обезьян, конечно, вообще какой-то изичный. За доли секунд отлетел. Ладно. Это имба. Ну, пускай. Походят, какой-то урон нанесут по врагам. Пасхальный кролик. Так, ну это уже такой... Да вы чё, гореть? Это уже тяжелый босс. Достаточно. Без каких-либо бафов. Хотя у нас есть баф на увеличение скорости стрельбы оружия. Это уже полезный баф. Все. Отлично. Увеличение количества пуль для дробовика. То, что надо. Под мою ульту. О, наставник. Обучить наемника. Давайте. Вообще, он по факту меня обучает, типа, делать сильнее. Ну ладно. Так, ферзь — это серьезный босс. Но мы его бьем. Ой, ну это вообще изи. Тем более, это с бафом увеличение пуль для дробовиков. Вообще, имба. За доли секунд отлетает, по факту, можно сказать, почти без каких-либо. Все, минус ферзь, лутаем его. И идем дальше. Хотелось бы мне такого короткого видео. Так, ну, следующий у нас архирыцарь или архимах, я вообще хз. Ну, он достаточно серьезный, смотрите, надо было брать эту катану, чтобы оружие его ломать. Так, давайте за это, за стеночку. Так, если у него там накопилось... Можно его разносить. Ну все, убили на изи архирыцаря. Идем дальше. Давайте кинем. О! Ну, это, кстати, хорошее оружие. О, нет, это тут нудный босс. Зато простой ужас. Так, архон какой-то, скоробей, могильщик. Вообще, какие-то названия у них. Челлеру умеет, конечно, название боссам, скинам, персонажам давать. Это их точно. Так, ну это халява, как я говорил раньше, у него... Он кажется сложным из-за брони, но хп у него очень мало. Так что мы его на изи вынесли. Стоп, а мне же можно использовать это вообще оружие? Так, он, по-моему, говорил, пройди погоню за совершенством на обычном уровне сложности. Ладно, он ничего не говорил про запрет использования оружия, так что все нормально. Ну, король скелетов, конечно, отлетает на изи. Ой, какой нафиг король скелетов? Это, кстати, а как его зовут? Я что-то вообще забыл. Ладно. То, что надо. Стоп, а у меня же, по-моему, определенное количество времени стоит на то, чтобы пройти это. А чё я такой, типа, не тороплюсь никуда, все дела? Да погнали.
Ой, нет, только не Марколин, только не Марколин. У него очень много урона. Ой, точнее, урона, можно сказать, тоже. ХП у него очень много. Но ничего, он зато, он все равно, можно сказать, быстро отлетел. Дропчик от него. Дроп у него, конечно, божественный просто. Идем дальше. Нету, нету, нет, пожалуйста, только нету. Не король этих. Как его там звать? Только нету чел защиты, который. Блин, а я же могу это перезайти? Да хотя он вроде бы нормально так-то отлетает. Могло быть и гораздо дольше. Не, серьезно, могло быть гораздо дольше. Вот это да, что-то как-то прям быстро отлетел. Я смотрел обычно, все ютуберы его скипают, а у меня он прям отлетел за секунды. И у меня песчаный вулканический червь, его по факту тоже надо скипать. Да, его стоило бы скипнуть. Он какой-то жесткий босс, но, по-моему, нельзя в погоне за совершенством скипать. Я не сильно помню, по-моему, нельзя скипать. Так, пожалуйста, умри, 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 умри. Я тебя прошу, он лучный. Умри, я тебя умоляю. Умрешь, красавчик, значит. Сейчас единственный босс, которого не смог одолеть, это песчаный червь. Идет дальше. Дракон, ну это, по-моему, халява. Давайте. Или нет, я вообще что-то хз. Там одного малыша, по-моему, уже убили. Блин, я надеюсь, что броню не снесут. Нет, снесли. А почему я этой фигней-то стреляю? Нет. Ты действительно хочешь вернуться на главную страницу, предыдущий прогресс будет потерян. Да у меня хавно просто, боссы! Я не понимаю, как против них играть. Мне еще придется эти самоцветы, что ли, тратить? Из-за этих тупых боссов, серьезно? Умри, умри, умри. Есть, 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 есть. Фух, я хочу пройти, пожалуйста. Очень важно будет. Да ты укараешь! Какой нафиг песчаный червь? Да блин, это какое-то невезение лютое. Если они пройдут, я не знаю, что просто... Пожалуйста, умри, умри, умри. Он такой лучный, это ужас, кстати. Я его просто затаранил, и все надо было так первый раз сделать. Межпространственный путник. А, я могу пойти дальше? Ну, знаете, я что-то отказываюсь идти дальше. Давайте пока что так завершим. Так, это у нас еще финальный босс получается. Сэр Сангрия, что? Стоп, подождите, вы кто такие? А это сложно или легко? Получается, я не смогу убить его, пока не убью его помощников. Угу. Понятно, хорошо. Но его помощники вроде бы легкие достаточно. Мы их уже вынесли. Ну и фигачим самого босяру, так сказать. Слушайте, а босс какой-то простой на самом деле. Хотя кто знает, может, еще до второй фазы не дошел. Просто это прям как-то просто идет даже... Песчаный червь, это был тяжелей. Стоп, он вообще забагался, он ничего не делает. Что? Все, я его убил. Никакое достижение мне не дали. Ой, боже мой. Странно. А, ну, вообще, по факту, я же убил, прошел эту матрицу. Матрицу, что? Все, 3-6. А, нет, дали. Одобрение сэра Сангрии какое-то. Все. Получается, смотрим рекламу, и тогда можно идти в меню. Ого, какой красивенький эффект был. Короче, алхимик. Итак, что мне тут за достижение? Ну, даже не отображается. Сейчас я его найду. Нужно его найти. А, вот. Ничего не дали, вы чего угораете? Я так понимаю, второе достижение дадут только если... Я пройду этот же режим, но уже либо без оружия, либо дойду до 4.1. Ну и там дальше вообще без разницы. Ладно. Тут что? А, ну, просто, так сказать, предупредили. Ну и офицер хочет дать наград. 400 самоцветов. И еще 300 самоцветов. Только на них и смотрю. Да. Ну, можно сказать, вот и награда за это достижение. В общем, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.